Правительство Казахстана приняло решение о развитии инфраструктуры для электромобилей. Об этом объявлено на форуме машиностроителей, который прошел в Астане. Казахстанские предприятия планируют разработать серийное производство электромобилей и построить зарядные станции в городах Астана и Алматы. Такое решение связано с введением Евросоюзом правил, ограничивающих с 50-го года эксплуатацию автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. На сессии форума также обсудили развитие машиностроения в железнодорожной и оборонной промышленности, в горнорудной и нефтегазовой отрасли. Большое внимание специалисты уделили вопросам инвестиций и автомобилестроению. Форум машиностроителей Казахстана проводился в четвертый раз. Он объединяет специалистов машиностроительной отрасли Казахстана и зарубежья. Мы планируем в ближайшие 5 лет в Восточно-Казахстанской области провести второй этап развития проекта «Азия-Авто». Планируется, что это предприятие будет выпускать до 120 тысяч автомобилей в год. Большие планы у Кустанай автопрома, у Сеймаза и у других предприятий. Мы уже сегодня видим, что эта отрасль не только состоялась, но есть даже внутренняя конкуренция в Казахстане между предприятиями автопрома.